С подъема температуры тела нередко начинается даже самая банальная простуда. Состояние неприятное, и сразу хочется избавить от него себя или своих близких. Арсенал жаропонижающих средств широк, от таблеток до малинового варенья. Однако врачи настаивают, торопиться не стоит. Именно так организм пытается бороться с инфекцией. Во-первых, подъем температуры стимулирует выработку антител. В ответ размножение вирусов и бактерий приостанавливается. А еще наша печень начинает в этот момент усиленно фильтровать токсины. Также дружно работают и почки, освобождая нас от вредных веществ. Компоненты, убивающие бактерии, появляются и в сыворотке крови. Помочь организму в этот момент можно обильным питьем, как минимум на пол-литра больше. А еще обтиранием или обливанием, но ни в коем случае не холодной водой. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!